Сегодня я расскажу вам, как правильно формулировать любые цели в своей жизни по системе Smart. Итак, первое правило. Цель должна быть конкретной. Например, если вы ставите перед собой цель отдых, то это максимально неконкретная цель. Например, я хочу отдохнуть. Лучше напишите, что конкретно сделать, чтобы хорошо отдохнуть. Например, хочу съездить в путешествие. Правило второе. Цель должна быть измеримой. Например, ошибкой будет просто оставить формулировку «хочу съездить в путешествие». Правильным вариантом будет «хочу съездить в путешествие, например, на Камчатку». Правило третье. Цель должна быть достижима. Здесь нужно задать себе вопрос, а действительно ли путешествие на Камчатку реально возможно для меня? Достаточно ли средств? Есть ли у меня запланированный отпуск? Если цель теоретически достижима, значит она соответствует этому критерию. Правило четвертое. Цель должна быть уместной и значимой для вас. Поездку на Камчатку можно планировать, если, например, вам действительно нужен отдых, если вы очень хотите посмотреть, например, вулканы. Для вас эта поездка должна быть ценной. Если Камчатка вас не привлекает или вы не любите вулканы, значит эта цель не будет вдохновлять вас. Правило пятое. Цель должна быть четко определена по времени. Сравните две формулировки. Первая: совершить путешествие на Камчатку. И вторая: совершить путешествие на Камчатку в августе текущего года на 15 дней. Согласитесь, вторая цель более понятна. Итак, задание. Потренируйтесь с одной из своих целей. Попробуйте сформулировать ее в соответствии с перечисленными критериями под этим постом а я дам обратную связь по вашим целям в эфире 31 мая.